Стартовал областной праздник урожая с открытия спортивного объекта. В Высоковской средней школе появился мини-стадион. Города, удостаивающиеся право принять Дожинки, всегда переживают серьезный апгрейд. Не стало исключением и Высокое. Стадион – только одно из многочисленных изменений. Мы выбрали сегодня направление проведения Дожинок в бывших когда-то районных центрах. Да? Мы провели, вы помните, в прошлом году в Столинском районе, в Давидгородке, Дожинки, это тоже бывший районный центр. В этом году, я вам, как и обещал, мы в Высокое, это тоже бывший районный центр. И так вот будем продолжать, значит, проведение Дожинок именно в малых городах. Ну, с целью, чтобы здесь привести их в порядок, благоустроить, подтянуться, значит, ну и чтобы эти города выглядели не хуже районных центров. Поэтому эту традицию будем продолжать. Право первого удара по мячу на новой площадке получил губернатор региона Анатолий Лис. Также руководитель области ознакомился с общей спортивной мощностью учреждения образования. Далее в программе мероприятия праздничное шествие тружеников села в торжественной колонии люди, принявшие непосредственное участие в создании областного каравая. Несмотря на капризы погоды, наша область смогла получить достойный результат. Урожай не бьет рекорды, но и причин для беспокойства нет. У нас самая высокая урожайность в республике на сегодняшний день. Зерновых и зернобобовых практически они закончены в республике. 5 миллионов, больше 200 тысяч намолочено в целом в республике. У нас каравай составил 930 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Это неплохой результат. Конечно, мы получали значительно больше. И в этом году ниже и урожайность, и валовый сбор, но вместе с тем по сравнению с другими это неплохой результат. Кроме того, у нас есть кукуруза на зерно, которое мы компенсируем, и зерна в целом у нас будет больше 1 100 000 тонн. Заслуженные награды, аплодисменты и слова благодарности в этот день — все для хлеборобов и в честь хлеборобов. Значение их нелегкого ежедневного труда сложно переоценить. Сами аграрии героями себя не считают и, говорят, просто стремятся выполнить работу качественно, в срок и с соблюдением всех технологических тонкостей. Учиться, учиться, еще раз учиться. Без науки никуда. Поэтому эти первые, вторые, там, третьи места – это люди, которые учатся, что-то познают новое, что-то новое применяют. Без новых технологий теперь никак. Особенно вот в этот год показал, если не применять новые технологии, ничего не получишь. Первый раз, когда попал на уборочную, с первого сезона попал на республиканские даже в качестве помощника. Понравилось, затянуло со временем. Я считаю, на все нужна удача и хорошее плечо рада. Много зависит и от помощников. Действительно, этот год был непростой для тружеников агропромышленного комплекса, не только для Брестчины, в том числе, конечно, и для Столинщины. Получили мы 32,9 центнеров с гектара, это второй результат по урожайности. Вал каравая или вес каравая составил 61 тысяча. Но, к сожалению, это нас не полностью радует. Это связано в первую очередь с тем, что к уровню прошлого года мы не добрали 18 тысяч тонн зерна. Поэтому я больше чем уверен, что следующий год будет более удачлив, более успешным для тружеников не только нашей родной Столинщины, но и нашей родной Брестчины. Высокое пела, танцевала и гуляла в день праздника с раннего утра и до позднего вечера. Нарядные улицы, улыбающиеся люди и немного смущающиеся герои жатвы. Такие праздники должны быть. Они показатель значимости труда, возможность сказать спасибо, повод для веселья и источник хорошего настроения. Многие аграрии ждут Дожинки с нетерпением. Не остаются в стране и те, кто непосредственно не сеет и не жнет, но за общий каравай переживает ничуть не меньше. Брестчина – край аграрный, любовь к земле здесь, кажется, передается из поколения в поколение. Это часть генетического кода. Такое мероприятие трудно пропустить. Ты нам всю жизнь отработал в сельском хозяйстве. Инженером сейчас на пенсии. Живем рядом, на Новоселке деревне. 21 километр. Конечно, моложе был, веселее было. Сейчас с возрастом не такое настроение, но все равно очень приятно. Очень много знакомых, вот уже не работаешь, столько не выезжаешь. Тут получается, что ни шаг сделаешь, знакомый. Очень приятно. Хороший праздник очень. И нравится все. Такие праздники должны быть побольше. Таких праздников. Я приехала из Бреста просто чисто погулять. Конечно, нравится. Веселый концерт, много разных вещей продаются. Да. Разнообразие больше стало. Да, веселее. Множество людей. Город очень стал очень. Он у нас и так был очень красивый, А сейчас что с Дожинками связано, ну вообще у нас красота такая. Такие дома, некоторые дома вообще красивые. Город вообще красивый. И люди у нас очень хорошие. В следующем году традиция проведения областного праздника тружеников села в малых городах будет продолжена. Дожинки 2019 примет город Ружаны. Анастасия Стропко, Эдуард Баканович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.